Очень хорошо играет. А Саша Горячкина, она разве не старше тебя? Она тоже 98-го года. А, вы одинаково с ней, да? Да. А, ну вот, то есть вот это вот ориентир. Ты вообще с ней лично-то знакома? А, ну, я с ней играла 5 партий. И как? 3-2 в мою пользу. О, вот так что мы можем передать привет Саше Горячкиной. Ну, сейчас она, конечно, молодец, там, гроссмейстера выполнила, хорошо играет. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот, а тебе, допустим, что помешало выполнить гроссмейстера? Есть какие-то вот независящие от тебя причины? Или вот, ну, просто надо было больше работать, больше это самое, или какие-то другие есть причины, по которым ты не смогла набрать? Ну, еще финансы, потому что я на мало турниров езжу. Мне никто не оплачивает, только родители. Ну, иногда, когда вот я попадаю, допустим, я первая на Украине заняла, меня там на мир что-то оплатили или на Европу. А так, ну, никто не оплачивает, поэтому мало турниров езжу, соответственно, мало опыта игры именно в сильных турнирах. То есть, ну, рейтинг меньше набираю. Вот этот фактор. То есть Украинская шахматная федерация пока не очень вас поддерживает, так? Так себе. Ну да, то есть не так, как российская, российских шахматистов. Ну, а вот я знаю, так сказать, вот сейчас кто-то из украинских шахматистов, Катя Лагно, по-моему, перешла в Российскую шахматную федерацию. Вот. А мысли нет такой перейти в Российскую шахматную федерацию? Пока что нет. Пока что. Ну, мне просто тяжело менять все-таки свое место жительства. Я люблю свою страну. Нет, это понятно. Это все понятно. А из какого ты города? С Киева. А, из Киева. Ну да, у вас сейчас там бурные события. Ну, сейчас уже не бурные, сейчас уже все спокойно. А скажи, а вот, ну, теперь мы переходим, так сказать, вот, ну, просто как обыкновенный житель, если ты там не ходишь там на этот Майдан, не заходишь там, ну, просто объезжаешь мимо там, вот это заметно в городе, вот это, или как бы город живет своей жизнью, а там... Нет, все спокойно. То есть все нормально функционирует, вот только есть вот какой-то вот пятачок, где страсти кипят? Или я неправильно понимаю? Ну, у нас были страсти уже давно, были страсти в феврале, январе, а сейчас уже все спокойно. Ну, по-моему, Майдан есть, но так там чисто сидят в палатках и все. Ну, как бы ничего особо нету. Сейчас совершенно спокойно у нас в городе. Среди шахматистов есть какие-то там разделения там? Ну, там, за наших, не за наших, там, за черных, за белых, за синих. Всегда есть разделение. То есть есть, да? Вот ты. Кто-то что-то одно поддерживает, кто-то что-то другое. У каждого свои мысли, свое мнение. А, вот то есть все-таки... Ладно, хорошо, не будем углубляться в политику. Удачи тебе в шахматах. Спасибо. Я надеюсь встретиться еще.